30 августа, дорогие друзья, 2017 года, Фельдман Экопарк, футбольные поля. Что здесь происходит? Да здесь арт-пикник. И знаете, что самое крутое? Здесь найдется развлечение и зона активности для каждого из вас. Поэтому спешите, берите родных и близких и скоренько, скоренько, быстрее, быстрее к нам в парк. Ну что, дорогие друзья, а вот и детская зона, где проходит множество мастер-классов и различных активностей. Поехали дальше! Ну что, вот еще одна очередная зона, дорогие друзья, ярмарка, где можно купить много различных изделий, сделанных собственными ручками. Дорогие друзья, а вот еще одна зона для самых активных. Здесь можно поиграть в настольные игры и посетить, конечно же, различные мастер-классы. Дорогие друзья, а это зона для самых умных, ну или для тех людей, кто любит отдыхать не только телом, но еще и душой. Дорогие друзья, библиотека, где можно почитать книжечки и нормально отдохнуть. Друзья, мы бы очень хотели, чтобы вы, оказавшись здесь, себе визуализировали свои мечты. Как вы хотите себя реализовать в мире? Это место для того, чтобы пробовать и ошибаться. Пробуйте и ошибайтесь, потому что на ошибках учатся. Вы научитесь, вы узнаете, вы откроетесь. Вы даже не представляете, какие вы классные. Понять это можно только тогда, когда вы объединяетесь с кем-то, когда вы начинаете о ком-то заботиться. И тогда удивительным образом этот мир начинает заботиться о вас. Всем привет, мы группа Fight Tonight. Очень крутой фестиваль. Я когда-то выступал с другой группой здесь, но сейчас мы в новом составе. И здесь очень круто, нам очень нравится. Мы только-только вот со сцены, только с пылу, с жару выступили. Здесь очень круто, очень крутая публика. Спасибо большое. Организация на высшем уровне, спасибо большое. То есть вопрос касательно музыкантов, все, вот, на пятерочку. Ну, по-перше, ми вже виступали на арт-пікніку у Києві. Нам дуже сподобалось, тому у цьому році ми просто не могли оминути таку подію. Арт-пікнік – це взагалі дуже круто завжди. Це Слава Фролова завжди збирає таких людей, людей з мистецтва, з музики, з усього.
це дуже круто, що вона робить. Ну і в принципі, сама територія Фельдман екопарк, ми тут вперше. Ми так встигли трохи зранку походити, поки ще не дуже спекотно було. Ну і відверто кажучи, вражені, що тут, в принципі, таке є. Кімната Гретхен. Спасибо, ребят. Самый лучший микрофон. И буквально пару слов об арт-пикнике. Арт-пикник замечательно, только жарко очень. Жарко очень. Ну ничего, ребят, лето, хорошая погода. Абсолютно підтримую. Арт-пикник зацікавив нас як проект самое з благодійної точки зору. Ми завжди погоджуємося, якщо нас запрошують підтримати, взяти участь, зіграти на сцені. Навкруги жовте поле, синє небо, вітер дме і вже не треба. Оці. Інші світи, ми удвох тут з тобою десь далеко. Я і ти у вісні. Дякую. Друзі, привіт. Ну, хочемо сказати, що дуже круто. От я бачу звідси, що команда грає, молодь тусить, і це прекрасно. Тобто, коли в Україні, в Харкові такі заходи проводяться, це просто, знаєте, для людей там вони не підуть кудись там, я не знаю, там щось робити зле. Вони прийдуть сюди відпочивати, слухати гарну музику, спілкуватися, і це головне, мені здається. Можна взяти свого малого, прийти потусити на велосипедах, покататися. Ми всі за активний відпочинок, тому беріть своїх дітей і туліть сюди в парк відпочинку. Якщо немає дітей. Ну тоді беріть сусідських робіть дітей, дітей, друзі. Да, робіть дітей. Робіть, коли зробите, приходьте сюди. Приїжджайте сюди. Мене звати Катя, я з гурту «Тапочка», і ми раді, що сьогодні ми зможемо подарувати свою музику, свою емоцію харків'янам. І ми раді, що сьогодні ми граємо в парку на відкритій сцені. Літом це прекрасно. Тому насолоджуйтесь, будемо раді вас бачити біля сцени. Классное мероприятие, мы не первый раз принимаем участие. Ну, сегодня у нас не было много времени, чтобы посмотреть, что конкретно происходит сегодня на Харьковском арт-пикнике. Но мы выступали в Киеве несколько раз, и это очень крутой, ну, крутая инициатива проводить подобное мероприятие. Ну, сегодня то, что мы успели увидеть, нам все нравится, и мне очень нравится локация. Замечательно. А вот если было бы возможно что-то добавить, что бы добавил? Ну я бы звука побольше добавил. Я бы вот увеличил сцену и добавил бы немножко звука. Я понял. Мне тихо. Давай на хас, давай.